Война не заканчивается, пока не похоронен последний солдат. В местах боевых сражений поисковые отряды проводят вахты памяти. Бойцы Северо-Западного федерального округа нашли на месте раскопок останки неизвестного солдата. По смертному медальону они и узнали, что это красноармеец Василий Трофимов, наш земляк. Спустя 75 лет Василий Трофимов вернулся с поля боя на родную землю. Все это время семья считала его без вести пропавшим. Он ушел на фронт в 21 год, воевал на территории Украины, в районе Житомира. Там его и нашли поисковики. Солдаты возвращаются на родину благодаря российскому общественному движению «Дорога домой». Увековечение памяти героев – это святое дело для каждого гражданина. И то, что наш земляк сегодня находит себе место и будет захоронен на родной земле, для нас это знаковое событие, большое событие. Теперь останки красноармейца покоятся на аллее ветеранов. Захоронили нашего героя, как и полагается, с воинскими почестями.